Привет всем, это Rage 2. Продолжаю поигрывать иногда. И сейчас я вам покажу место, где падает метеорит и как все это происходит. Да. Как происходит зачистка места. Конечно, ужасное место. Там в дыме их просто бесконечное множество. Ничего не вижу, ничего не вижу, не слышу. Да, говорил, что их бесконечное множество, а оказалось немного. В принципе, я просто помню, когда свой первый метеорит очистил, короче, он выглядит вот так вот, как камушек. И с него можно собрать очень-очень много руды. Очень много руды. Блин, пока сюда ехал, решил зачистить одно место. В итоге так зачищал, что в итоге там просидел, не знаю, полчаса, наверное. Это просто жесть какая-то. Полчаса сидеть на одном месте. Никому такое не пожелаю. Потому что не мог найти контейнер, который нужно взорвать. Короче, сборка вот так происходит, да, очень много филоритовой руды собирается. Теперь столько вы нигде не соберете, наверное. Может, соберете где-то. Метеорит, пока я находил. Метеорит — это самое такое место, самое здоровое, где можно найти и что можно найти. Ну, за счет нее вы качаете скиллы, в принципе, себя улучшаете. Вот локация пройдена. Метеорит. Пам-парам-пам. Так мало? Я так мало получил. Я думал побольше там. Так, куда мы не пойдем? Где дорога? С какой стороны дорога? С какой стороны я приехал? Так. Блин. Здесь, скорее всего. Так, сзади меня. Я так могу, знаете, приехать, хуй знает где, слезть, а потом не найти свою машину, на которую приехал. А чё бы нет? В принципе, а вон там стреляет слева, значит. На самом деле, знаете, чем нашел? Мотоцикл бы какой-нибудь. А вот машина. Вот ты автомобиль. Вообще вот так происходит зачистка. Вы посмотрели, вы теперь знаете. Спасибо вам.